отцу Антонию, отцу Харалампию и матушке Мисаиле с любовью посвящаю. Годы идут, а мы словно дети, хода часов мы совсем не заметим, если будем молитвенно рядом. Встреча духовная всем нам отрада, сердце к сердечку, ладошка к ладошке, трапеза, радость, стихов немножко, свет наших глаз и тепло объятий, а у икон лучи благодати, памяти теплой вы в моем сердце. Снова надеюсь открыть вашу дверцу. Главное, это молитвы цепочка. Буду для вас, как духовная дочка, чтобы мне с узкой тропы не свернуть, вашу Елену прошу помянуть. Отец Харалампий, сама доброта, ложатся на душу от сердца слова, улыбки, желание мир весь обнять. Он, душеньки, нас призывает спасать. Отец Антоний живет не спеша, поет его голос, поет и душа. Одной рукой он кресты вырезает, и даже в вопросах искусства толк знает. Матушка Мисаила, души красота, в ней детская искренность и простота. Всех воспринимает, как Божьих детей, и нас согревает любовью своей. Я льну к вам душой, пусть струится надежда, что встретимся вновь и обнимемся нежно. Стремится душа к чистоте родника. Храни вас, родные, Господня рука.